Ну-ка, ты послушай сюда. Еще одно слово получишь леща. Мамаше твоей прям сейчас позвоню. Скажу, что избил ты меня и поржу. Да-да, вот видишь, синяк. И ведь всему этому ты виноват. Никто не поверит, ведь я главнее всех. Сядешь в калорию, ты за свой грех. Стой, ну-ка сейчас погоди. Главнее в классе я, а лохушка вот ты. С каких это пор ты так заговорила? Наверное, с тех, когда полы стало в кино. Так что лучше закрыть тебе свой рот. Молчать школьную тряпочку и попивать компот. Тряпка, кстати, может быть очень сырой. Но намочит ее мой товарищ не водой. Мыла полы в столовке, ну и что? Но с таких низов я поднялась так высоко. Про библиотеку так никто и не узнает. Только трудовик, да и тот на пенсии гуляет. По поводу этой тряпки я тоже все сказал. Она была рубашкой такого же осла. Теперь пора, наверное, нам тряпку обновить. Ну а тебе родителей придется к нам сводить. Ха-ха, извини, но компромата слишком много. Не сможешь отвертеться ты от самого простого. Как ученика ты однажды избила. Батушка подсобку и на нас все свалила. А если вдруг опять ты захочешь ответы достать и помочь своему сыночку списать? Забудь ты об этом, не стой на пути. Иначе придется под мостику.